Туристские маршруты в Израиле среди гор вдоль речушек – это типичные походы выходного дня. И пейзажи относительно схожи. Поэтому этот ролик о маршруте к скале Акбара – показательный пример таких мини-путешествий. Дело было зимним шаббатом и геолокация – север Израиля. Оставив машину на стоянке, мы почти час шли пешком, неведомо куда, так как самой скалы за холмами видно не было. Но даже приблизившись, мы поняли, что размер и высоту скалы видео не передаст. Смотреть на нее приятно с разных ракурсов, особенно с высоты дрона. Правда, нам не удалось его здесь высоко запустить, но пейзажики вокруг мы немного захватили. Скалой протекает ручей Амуд, омывающий какие-то развалины, что добавляет месту исторической загадочности. После зимних дождей склоны покрыли сочной травкой и цветами. Пасутся коровки, поют птички, пастораль и лепота.